конце сентября начался отопительный сезон, и кому-то появившаяся в батареях горячая вода дала понять, пора сменить радиатор. Батареи, как и, например, несущие стены, говорят в управляющей компании, это общедомовое имущество. Заменяют его в идеале во всем доме одновременно с постановлением собрания собственников. Но если есть желание сделать все самому, то необходимо разрешение управляющей компании. Она выдаст согласование и перечень технических условий. Порой приходишь к жителю в квартиру, у него стоит вместо конвектора, значит, обыкновенного радиатор. Скажем, у меня был такой случай, 22 секции. Спрашиваю, почему не 30, почему не 45? То есть действует принцип, чем больше, тем лучше. Это неправильно абсолютно, потому что вся система отопления дома, еще раз говорю, это очень чуткий организм, который настраивается в течение 3 лет. Для сравнения, орган, все знают такой инструмент, настраивается 3 месяца. Чугунные радиаторы советского образца все еще производят. Они дешевые, но их нужно подготавливать, красить, протягивать к ним трубы. Алюминиевые радиаторы имеют хорошую теплоотдачу, но они стоят больше и нуждаются в обслуживании. Биметаллические содержат стальной сердечник, который делает их прочнее, но и значительно дороже. Конвекторные радиаторы дешевые, но на них сложно устанавливать комплектующие. Может быть однотрубная, либо двухтрубная система, в зависимости от системы вашего отопления. А терморегулятор – это прежде всего комфорт в вашем доме. Вы можете плавно выставить, допустим, да, если вам слишком жарко, либо вам слишком холодно, вы можете как убавить, так и добавить. Скрасить ваш радиатор просто и удобно, то есть не без каких-либо там усилий, да. Вы берете просто данный щиток и аккуратно его одеваете. Важно помнить принцип: чем сложнее вы устанавливаете отопительную систему, тем больше она требует внимания и обслуживания. Об этой ответственности необходимо помнить, чтобы не навредить ни себе, ни соседям.